Всем привет. Привет из Щелкина. Мы сегодня поедем в Татарскую бухту показать. Там, говорят, белые пески, классные пляжи. А перед этим мы сходим в беседку, в милую беседку здесь на мысе, да, на Брейве. Покажем. Ладно, беги. Мы тебя отпускаем. С подружкой. Я тоже в блогер, все, пока. А еще здесь есть гриль-зона, да? Но она за отдельную плату, да, по-моему? Хочется зажаренного места, да, можно пустить гриль-зону. Вчера не успели заснять, здесь аниматоры были. Ну, они, в принципе, каждый день, а сегодня будут, может, заснимем вечером. Я пока не скоро. Юля потеряла золотое кольцо. Но не обручальное. Так что у меня настроение не ухудшилось. Ничего, золото потеряла? Найдешь алмаз. Сейчас мы пойдем его поищем. В бухте русской. Идти до видовой беседочки осталось совсем ничего. Вот мы только вышли и вот уже дошли. Смотри, там есть вот грот. Центральный Щелкинский, да, который протянулся на несколько километров вплоть до мыса Вова и дальше до скал уже Казантипского мыса Казантип. Как? Да? Мыса Вова? Мысовое. А, мысовое. Мне просто сейчас до мыса Вова. Мыса Вовы? Интересно, говоря. Мыс Вовы? Чуть дальше. Сейчас Яндекс... А это все бухта русская, чтобы вы понимали. Сейчас на Яндекс.Карту нанесут мыс Вова. Потом, да, откуда название? Мысовое, да? Вова. Широкий достаточно пляж. Очень протяженный, да? Сюда, говорит. Людям, походу, довольно-таки нравится. Потому что, смотри, там играют в волейбол. Тоже. Тут мелко. Если здесь тихая бухта больше, да, как говорят, не знаю, короче, мы сегодня проверим. С этой стороны русская, а с другой стороны мыса Казантип, да, находится получается... татарская бухта. Когда здесь спокойно, там бушуют ветра и наоборот. Вот, да, вот такая мы хотим проверить. Сегодня здесь относительно спокойное море, потому что вчера здесь был ветер и такие большущие волны. Смотрим цены, которые попадаются нам. Картошка фри 50, мороженое 50, хот-дог 120, гамбургер 150. Ну, цены нормальные, адекватные, да, вроде бы. Так. Шаурма 140. Чебуреки 2 штуки 90. Супер экономно. На чебуреке 1,90, тут 2. 2,90. Надо посмотреть размер еще их. Ну да, да, тут размер имеет значение. О, футбол показывает, транслирует. Так, здесь у нас всякие бирюльки. Ну, давай посмотрим, что за экскурсии здесь, в этой стороне. Ага, и Ялта есть, и Севастополь, Бахчисарай, Коктебель, Судак, дайвинги. Дайвинг на мысе Казантип. А вот видите, как он выглядит интересно, точно, как этот, как ковш, казан. О, можно было сюда на машине заехать. Вот как мы ехали, кафе на пляже, бар у моря. Сейчас заметил, на каждом пляже свои какие-то фишки. Вот здесь, например, вот одни катамараны с горками. Вот раз, два, три, четыре, пять.
5 вижу. Катамаранов с горками. Вот, когда мы были в Учкуевке, там вот были шезлонги с тентами. Тоже своя фишка. Песочек такой приятненький, да? А ну покажи на руке, можешь взять песочек? Как водичка? Ты чувствуешь, когда тебе море по колено? Так и есть. Реально на пляж городской, вот с виллы 5 минут идти. Даже меньше. Ну, не напрягаясь с детьми, потихонечку в развалочку 5 минут. Так, по дороге на Татарскую бухту, на перекрестке только от Татарска пошло налево, а мы направо свернули. Здесь попадаем в центр Щелкино. Здесь есть 4 аптеки, магазин Буд. В общем, жизнь кипит, такси, движуха. Кто-то спрашивал, седьмое небо князя Голицына, 431 рубль вино. Бастарда 567. Сейчас плескаться. Мы медузы, мы похожи на гарбузы. Ой, а что тут? А что тут? Наплыв медуз? Да. Здесь выбросили чуть-чуть на берег. Красавица. Понятно. Большие, да, ага. Смотри, мальчик идет, как в этом, как в фильме «Бриллиантовая рука». Так, песочек здесь такой из ракушек состоит. Ну туда вниз, при входе в воду, там совсем песочек. Со стороны Русской бухты немножечко ветер есть, здесь его почти нет. Так что миф о том, что если там нет ветра, здесь он будет, то он немножечко развеян. Что с морем? Как у нас дела обстоят? Плохо! Почему плохо? Сегодня, смотри, штиль! Ребята, вон, смотрите! Хорошо! Привет, ребята! Ай, какая! Капец! Посмотри на ее, блин, купол! Она огромная красавица! Единственное, за купол можно трогать, а вот за вот эти вот отростки нельзя. Самое-самое мелкое в мире море. Максимальная глубина 13 метров, а в основном это метров 8. Так что вот тут вообще вот по колено идем. Нифига себе, вот это здоровенная. Протяженность
данной бухты практически 25 километров. 25 километров вот такого пляжа. Ничего себе! Пляжной полосы с таким 25. Более белым песочком, чем на той стороне, да, с ракушкой. Но здесь в воде очень приятный мягкий песочек. У дороги где угодно можно остановиться на машине. Поставить палатку. Ты ж смотри, она еще там была, она так быстро подплыла, наверное, запомнила ее. Буди ее. Течет все. Эх ты, иди на берег. А я как хорошо к вам относилась. Я теперь вас не люблю. Эх ты, дай ее поругаю. На Тархангуте, как ты весь красный, плечи, шея. Ну вот, пожалуйста, вот и все раздражение от медуз. Песочком Юля потерла, не знаю, ну, поможет, не такое, поможет. Да. Кладбище медузное, смотри. А? Да уж. Не, ну, средняя такая, не самая. Сегодня просто идеальная погода, и мы вам решили показать закат, но не просто закат, а с изюминкой. Так, здесь можно арендовать сапы и каяки, как мы уже и говорили, что мы сейчас и сделаем. Как выбрать, мы не знаем. Берем, короче, первый попавшийся. Какой, оранжевый или синий? Белый, ну давай белый, добро. Очень красивая йога, мне нравится сиреневенький больше. А шар голубой — это для мальчика. Да. Может, два возьмешь? Нет, два не надо, нам одного хватит попробовать, правда. Все, погнали. Такой большой. А весло? Я набери весло. У нас Вячеслав внес всякое, но вот это впервые. Но сам в первый раз. Давай, тяжелый, Вячеслав? Ты посмотри туда. Боже, сегодня просто фантастический закат. С каждым днем, с каждым вечером, точнее, все лучше и лучше. Все красивее и красивее. Все, Славик, за быки не заплывай. Пошел. Яна, держись, папа запрыгивать будет. Стойте тут. Thank you.
маленький саббордист. Папа, на тебя? Сама гребет, боже. Ты разворачивайся, да, чтобы к берегу, Ян. Ты молодчинка моя. Ага. Мы же первый раз все троем. Для первого раза круто. Так, хочу посмотреть, что здесь вечером происходит. Все подсвечивается. Там что-то играет. Пойдем посмотрим. Там, смотрю, сверху кальян курят. Тут какая-то движуха. Somewhere in between you and me, it's a piece of magic that we need to release. Ooh, and now you're looking for a girl. Кальяны здесь самые качественные оставили, от 1000 до 2000 кальянов.